Бесплодных женщин в Кировской области год от года становится больше, и виной всему аборты. Об этом заявила главная акушер-гинеколог области Мария Савинова. Врач на протяжении часа сегодня консультировала кировчанок в ходе прямой телефонной линии. Напомню, июль в регионе объявлен месяцем женского здоровья. В области проводятся мероприятия по профилактике женских заболеваний. В том числе организуются и такие прямые телефонные линии. Жители области сегодня смогли спросить главного акушера-гинеколога о различных заболеваниях. Были и те, кто пожаловался на нехватку врачей в некоторых больницах региона. Мария Савинова отметила, неотложный прием бесплатно женщинам обязаны оказать в любом медучреждении. Врач напомнила, что сейчас в регионе растет число как онкозаболеваний, так и доброкачественных опухолей, поэтому женщинам необходимо регулярно проходить медобследование. Показываться специалисту нужно раз в год и проходить комплексное исследование. Оно включает прежде всего вот тот цитологический метод исследования, то есть мазочек из цервикального канала, который у нас смотрит онкодиспансер. Это сейчас централизовано, то есть никакие иные центры этим не занимаются, потому что там лицензированная лаборатория, которая проводит двойной лабораторный контроль для того, чтобы получить максимально качественные результаты.